Всем привет, друзья! Вы смотрите озвучку веб-манги One Punch Man, где в жесточайшей битве сойдутся два героя. Самый быстрый герой из S-класса Световой Флэш против обычного героя из A-класса Сайтамы по прозвищу Лысый Плащ. Поставь лайк и подпишись на мой канал, если уже сделал это. То напиши в комментариях. Отблагодарю каждого из вас лично. Эй, как ты меня назвал? Что? Сайтама? Как такое возможно? Генос попросит их подписаться, так что насчет этого можешь не волноваться. Но тебя придется наказать за то, что ты назвал меня Лысым Плащом. Черт, вот оно что. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. В общем, как-то так. Ничего не вышло. А я ведь и вправду хотел приложить усилия. Это же было мое суперубийственное хаотичное комбо. Ты можешь перестать все подряд блокировать? Особенно, когда вздыхаешь. Бесит просто. Прямо как в этой игре. Я совсем не силен. Чем большая опасность грозит миру, тем больше про меня раздувают ложь. А что же мне делать? Может, мне просто покончить с собой, выйдя на бой с монстром, пока меня не раскрыли и не распяли? Все, крышка. Больше мне ничего не остается. Подкачай мышцы. Генос? О, вы с Геносом стали жить неподалеку после твоего переезда? Неподалеку? Что уж там, по соседству. Выгнал какого-то героя и заселился. Хоть он на такое и пошел, я все равно не могу ничему его научить, кроме как упражнениям на мышцы. Этот парень серьезно настроен. Сайтама. Я слышал, ты поднялся до А-класса. Как это понимать? Открой дверь. О, кто это был? И зачем ты дверь закрыл? Он меня раздражает. У меня к тебе важное дело. Если не откроешь дверь, я выбью ее сам. Раз, два, три. Эй, ты что делаешь перед дверью моего учителя? Что значит учитель, о ком речь? Я здесь лишь для того, чтобы увидеть Сайтаму из А-класса. Какие-то проблемы? Если есть что сказать, говори. И уложись в 20 слов или меньше. С чего бы мне что-либо тебе рассказывать, демон Киборг? Не можешь? Тогда катись отсюда. Ты не заслуживаешь аудиенции с учителем. Мне твое разрешение не нужно. Значит, ты собираешься силой прорваться внутрь? Начинается. Мне их остановить, а? По-моему, это даже не обсуждается. Эй, а ну хватит драться перед моим новым домом! Эй! Эй! Эй, Генос, хватит! Сайтама, я слышал, ты поднялся до А-класса. Он ваш знакомый? Да, можно и так сказать. Я вас представлю. Если я все правильно помню, он герой Челкастый Фейс, да? Это прозвище, которое ты же мне и дал. Придется мне как следует поработать над твоим раздражающим поведением. Сайтама, на самом деле его зовут... Стой, не говори ему, Кинг. Люди вроде него всегда идут за ответом к другим, вместо того, чтобы думать самостоятельно. Так он ничему не научится. Пусть постарается вспомнить сам. Сперва попытайся вспомнить, кто я. Пока не вспомнишь, мы не сможем перейти к делу. Какой же он заносчивый. Может, мне все же его уничтожить? Ты в результате все вокруг разрушишь, так что не надо.
надо? Погоди. По-моему, я что-то вспомнил. Я был занят переездом последние несколько дней, так что вылетело из головы. Ты ведь был вместе со мной в западне под землей. Я тебя спас или что-то вроде того? Спас? Меня? Ты мой меч сломал. Эй, Генос, принеси мне клейкую ленту или что-нибудь типа того. По-быстрому! Пойду куплю. Нет, это уже не важно. Но теперь ты вспоминаешь, кто я? А, по-моему, имя начинается с Г. Неправильно. Нет, погоди, Све. Отлично, продолжай. Све, а затем Нет, наверное, начиналось со Све. Неправильно. Свеет. А? Вспомнил! Цветной крэш! Ну, почти. А? Что такое? Чего такое серьезное лицо сделал? Я передумал. Так что, ты собираешься починить мой любимый меч «Мгновенное убийство»? Или же ты заплатишь за него деньгами? Генос, клейку и ленту, скорее! Сейчас вернусь! Кинг, раз ты здесь, значит, ты тоже увидел Сайтаму насквозь и понял его истинную силу. Прости, но не мог бы ты уйти? Я хочу поговорить с ним наедине. Теперь он разговаривает со световым флешем, героем С-класса 13 ранга. Значит, так Форт и был прав, когда говорил, что он безумно силен. Сразу перейду к делу. Стань учеником под моим началом. Учеником светового флэша. Ты знаешь, что твои атлетические способности полны потенциала. Сейчас ты не используешь даже половину этого потенциала в бою. Но после должного обучения и тренировки использования своего тела, ты по-настоящему засияешь. Я научу тебя настоящему значению битвы. Следуй за мной, лысый плащ. Идем. Довольно шутечек. Больше всего я ненавижу глупые розыгрыши. А теперь слушай. Больше всего сейчас необходимы сильные герои, которые могут убивать монстров быстро и надежно, прямо как я. Остальные герои С-класса бесполезны. Они либо упертые, либо скрывают свою личность. Чудаки, дети и старики. Но ты еще растешь, что умениями, что духом. Если будешь правильно тренироваться, можешь даже стать почти таким же сильным, как я. Если понимаешь это, пойдем, и мы начнем тренировку, лысый плащ. Не, я не лажу с людьми, которые меня по геройскому имени зовут. В таком случае, Сайтама, сразись со мной. Я покажу тебе, как ты неопытен. Если попадешь по мне хоть раз, ты победил. Тренировочная площадка номер 3. Время ограничено 30 минутами. Я не буду использовать оружие. Если попадешь по мне хоть одной атакой, ты победил. Если проиграешь, будешь следовать моим учениям. Угу. Начнем. Еще бы чуть-чуть. Он казался таким нормальным и расслабленным, что я чуть не забыл. Но это тот человек, что лоб в лоб дрался с Гару. Гару был ослаблен тем, что сражался с остальными героями С-класса. Но все же, хоть его техника очень неаккуратна, его сила и скорость уже высшего класса. И это лишь усиливает его разочарование. Ага.